большая разница. Скажите, Иван, вы уже решили вопрос, кто в старости вам будет подносить стакан воды? Александр, если вы не против, я бы хотел воспользоваться услугами человека, который вам приносит уже несколько лет воду. Во-первых, в надежде. Я против. Во-вторых, знаете что, Иван, заведите себе маленького Урганта и издевайтесь над ним. Слушай, Александр, вот так все разрубили канат. Не хотите, чтобы я хотя бы в этом вопросе был вашим преемником? Эх вы. Иван, у нас в стране преемников не выбирают. Это звание нужно заслужить. Давайте посмотрим, как бы выглядел преемник великого российского режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. О-о-о. Сидите, сидите. Я люблю быть выше вот этого. И выше вот этого. Идите, идите. Добрый вечер. Вы знаете, почему я сегодня здесь? Мне кажется, что в моей жизни, как и в жизни многих великих людей искусства, скоро настанет тот момент, когда я больше не смогу снимать хорошее кино. И мне придется уйти в политику. Так вот, я часто задаю себе вопрос, кому я передам российское кино? А еще важнее, кому я передам Олега Меньшикова? Ведь он же боится сниматься у кого-то еще. Кроме меня. В общем, я решил подготовить себе преемника. Это, кстати, не мой родственник. У нас с ним вообще ничего общего нет. Я сегодня его в первый раз увижу. Ну, теперь встречайте моего преемника. Добрый вечер! Что сидите? Вставайте, вставайте! Мой организм молодой и память хорошая! Младшим часто приходится что-то донашивать за старшими. Я с удовольствием доношу за Никитой Сергеевичем российский кинематограф. Никита Сергеевич так долго снимает «Утомленные солнцем 2», что, похоже, заканчивать этот фильм буду я. Вообще мы выделяем в кино, в российском кино, несколько направлений. А? Да, это биг мамбэкшн, бондарчукизм и фильмы с Нагиевым. Дорогие друзья, я понял, что плохие фильмы – это как комочки в манной каше. Как-то январи, они все равно появятся. Не, ну вы поняли, да? Поняли. Моя школа. Кстати, о школе. Дедушка, отдай-ка мне, пожалуйста, одного золотого орла. Я учительнице по литературе обещал. Она мне за это 5 поставит. Не, ну ты что, ну как я могу дать такую награду никому неизвестной артистке, да? А я думал, что ты кому хочешь раздаешь. Давай теперь о Голливуде. Вот
вот моему поколению получить Оскар будет проще простого и гораздо быстрее. Если мне его не дадут, я, как обычно делаю дома, сделаю так. Хочу Оскар! Хочу Оскар! Ну, Видите? Работает! Знаете, мне кажется, у этого мальчика все получится. У него есть хватка, видение, а самое главное, у него есть. У него есть я. Перед вами новый я. Смотрите его, любите его, ну, как будто у вас выбор есть. Шагаем по кино, ведь нас в кино важнее нет. Сниму я самый лучший фильм. И что? Ведь это грех. Я научу тебя снимать кино с бюджетом и звездой. Дорогие друзья, какая радость, что сегодня пародию на самого себя в «Большой разнице» смотрел Никита Михалков. Никита Сергеевич, добрый вечер. Никита Михалков в «Большой разнице». С Новым годом, Никита Сергеевич. С Новым годом. С Новым годом. Дорогой Никита Сергеевич, ну как вам пародия, которую вы только что увидели? Замечательно. Я вообще очень люблю вашу передачу. Она, я думаю, одна из самых таких лихих, веселых, искренних и настоящих. Слушайте, талантливых. Как вы думаете, что ждет молодого актера, которого зовут Ерема Черевко, которому 8 лет, и первая пародия в его жизни, и первая крупная роль – это роль Никиты Сергеевича Михалкова? Главное, чтобы он не остался такого же роста, как он сейчас. Да, Саш, я прошу прощения. Это очень важно. Саш, мы с вами договорились, это реприза. Да. А как вам Алексей Федотов, который играл непосредственно вас? Очень похож. Я испугался. Я реально испугался. Очень похож. Вы знаете, Алексей Федотов на одной из съемок, где он по коридорам ходил в гриме и костюме Никиты Сергеевича Михалкова, с ним все не просто здоровались, а ему кланялись. Вот так в коридор. Серьезно, люди его принимали за вас, здоровались, называли Никита Сергеевича. Вот странно, перед ним кланялись, а передо мной никто. Вот удивительное дело. Удивительно. Да, так бывает. Никита Сергеевич, за ваше чувство юмора, за ваше умение отличать смешного от несмешного, награда... мы даем золотую тормашку от «Большой разницы» Никите Михалкову. Спасибо. Дорогой Никита Сергеевич, мы поздравляем вас с Новым годом. И у нас просьба встречная. Мы поздравляем с Новым годом вас, и мы бы хотели попросить вас поздравить тех зрителей. Я всех поздравляю с Новым годом. Я желаю вам веры, надежды, любви и терпения. И я очень рад, что вот в это достаточно сложное все-таки время среди очень большого количества того, что, в общем, смотреть не надо, есть программы, в которых есть талант и свежесть. Это радует и это обнадеживает. Никита Михалков сегодня «Большой разницы» с Новым годом! Никита Михалков «Большой разницы»!